Так, друзья, всем привет! Долго себе отказывал и, наконец, приобрел электронабор. Конкретно под мой велик, под кроссер. Колесо 29-е заспецованное. Значит, движок там 500-ваттный. Вот. 36 вольт батарея. Ну, в общем, это ненужные детали. Она есть разных комплектаций, выглядят все они одинаково. Тем, кто вдруг покупать будет такие наборы, они не только под кроссеры, под любой велик, но под этот типа вроде как должны подходить резко и сразу. Однако, случилась такая вот неприятная деталь. Значит, штатные отверстия под флягодержатель не подходят под установку блока аккумуляторов. Использовать можно только одно. Второе я, значит, поехал засверлил, отдав за это немного денег, 200 гривен. Вот, ну а третье отверстие просверлить нам не удалось ввиду отсутствия угловой насадки. В общем, это сложный инструмент и, в принципе, при весе там 3 килограмма. Я думаю, на двух болтах пока покатаюсь. Да, и еще один момент. На этапе распаковки уронил я один геркон, ну, магнитик. Вот, и он, к сожалению, раскололся, вторую часть найти не могу, он где-то в перегородке. Идея в том, чтобы вывести эту фигню на руль. Вот сюда таким вот образом. А магнитик каким-то чудом надо присобачить вот сюда. Да. Вот так вот я их и уронил. Вот сюда. Или вот так. И когда ты ручку размыкаешь, то есть отключается движок. И ты начинаешь, ну, тормозам не создается дополнительное усилие. Это то, что я нашел и как я понял. Надеюсь, это кому-то поможет. Вот, но в остальном вроде как все просто. Все по цветам спутать очень тяжело. Единственный момент, где-то здесь я нашел, сейчас покажу. По-моему, на этих. Нет, тут ELS. Здесь ELS. Да, на всех написано ELS, их надо сочетать по цвету. Но в случае с оранжевыми штекерами, надо еще и обращать внимание на надписи. Здесь написано у нас Joulette, и на контроллере у нас написано, сейчас, одну секундочку, Joulette. А здесь ELS, при том, что они одинаковые, и цвет у них тоже оранжевый. То есть этот момент важный. Вот этот ассистент надо подключать, соответственно, не только цвета, но и надписи. Вот такая вот история. Вставляется он сюда плотно, садится вот в эту кареточную часть. Помимо того, что на вал садится плотно, еще и надо попасть вот в эти вот отверстия, в гайку. Ну, а так как у меня и каретка приехала, вот, я решил, короче, поменять сразу все. Не знаю, пацаны говорят, что ставится легко. Ну, проверим. Как-то вот так вот он. Ну, в общем, буду собирать.
еще один момент по поводу вот этого колечка из набора. Значит, нашел инфу о том, что если у вас меньше 8 звезд, то надо вставлять это колечко. У меня 7 звезд. Ставлю это кольцо вот сюда перед кассетой. На месте, все подключено, велик собран, первое подключение, первая проба, первый запуск.